Доброе утро. Следующего дня мы сейчас едем по мелким кражам, как принято в нашей семье называть. Вот, я не знаю, показывала я вам или нет. Это вот мамины цветочки, которые выросли. Как она говорит, я все выращиваю. Чувствую себя, кстати, гораздо лучше. Как мама говорит, я все выращиваю для здоровья. И поэтому она посадила. Это ноготки, да, мам? Да, это ноготки, а это календула. Ноготки для здоровья. А, календула это для здоровья. Тик, господи, тик, господи, котик ты мой. Тик, котик мой, куда побежал? Ты укормила, мам, сегодня? Папа кормил его. Господи, господи. А вы ему вообще такую не даете еду, да, домашнюю, мам? Или давали? Даете, да? Даем, да. А, вот, сейчас я немножко маминого огорода покажу, раз я вчера не показывала. Вот так вот она выращивает свои огурцы. Огурцы в этом году плохие, ну как плохие. А, не было тепла. А, вот, и поэтому они, мам, по-моему, ты раз-два их сажал, да? Четыре. Четыре раза? Да. Обалдеть, вот, они до сих пор не выросли, обычно они растут у нас вот на этой сетке, но мама вот посадила, они до сих пор вот как бы еще не вылезли. Единственное, стали давать вот здесь вот огурцы, я как раз уеду, наверное, они пойдут. Да, не те пойдут. Те пойдут? Ну, через 3 недели. Через 3 недели, ну, через 2, скорее всего, я не факт, что на 3 буду, остаюсь, скорее всего, на 2. Пока побудешь, и скажи, или побудешь. Да, ну, не, недели 2 точно. А, вот, а, значит, а, огурцы вот здесь, вот, несмотря на то, что они маленькие, посмотрите, видите, вообще совершенно маленькие. Да, мам? Еще даже не выросли в рост, а уже дают плоды. Я тебе взяла кошелек. С того маленького мы вообще уже 4 огурца сняли, они прям внизу 4. С того вот это маленького, и вот там вот еще не огурцы, все. У нас на улице собирается дождь, смотрите, какие тучки. Люблю я вот небо здесь. Не знаю, почему люблю я здесь небо. Прям всегда на него акцент делаю. Ну, вот. Я сюда теплой одежды не взяла. Вообще оделась. Серые штаны. Надо посмотреть, что у меня здесь за обувь. Надо глянуть. Потому что у меня вроде бы и сланцы здесь были. Что-то я сланцев не найду. Просто какая красота. Смотрите, это мама сделала мне корейку в духовке. Да, вот, свет дали. Корейку в духовке сама делает, представляете? Просто берет из... Что делаешь ты? Как ты делаешь? А у меня рецепт есть. На рецепт на сутки, оставлю. Да, на сутки. Да, я оставлю рецепт. На сутки засаливает, и потом в духовку. Угу. А скрин я прикреплю. Угу. Да, вот у нас там начался прям ливень. Ну, не ливень, дождик. По сравнению со вчерашним, просто дождик. Время час, я только сажусь завтракать. Посмотрите, у меня 4 вида сыра. Прямо я завтраки обожаю. Сейчас с удовольствием долго сяду, с чувством, с толком, с расстановкой кушать. Здесь сыр моцарелла, здесь голубой сыр, здесь белый плесенью сыр. Это с базиликом. Тут у меня рыбка красная. Мама грудинку делала вкусную. Это с... Очень сладкий, вкусный, свежий огурчик, домашний огурчик. Они такие сладкие. И мой любимый черный чай с чесноком. Ой, с чесноком, с лимоном. Вот такой вот мой завтрак. Шикарный. Девчонки, вот это прелести жизни в два... деревня. Ты можешь вот так вот прямо с грядки, с куста... Есть малинку. Просто космос. Вышел в огород позавтракал. Да. Я так и делала. Вышла. Зашел, чаю попил, и все. Вышла, листочков нарвала, чай заварила. Листочков смородины. Не спил. Пойду я там сорву. Крупник. Пойду я дом открою тебе и перчик он растет, видишь? Угу. Там на рынке купить перчик и это. Мясо купить сделать. Так, завтра буду сеять это. Морковь. Очень вкусно. Да?
Пойду я. Вот еще крупная. Вон там крупная дочь. Вот тут где твоя нога? Правая, где-то. Вот тут. Да. И там дальше вот она крупная. Если хочешь, я тебе сару давай. Да не надо. Я так-то кофе хочу. Да не, мам. Да, ну пойду тогда там сару. Пойду я дом закопну и сару. Ничего вкуснее малины, которая собрана прям. Она еще сохраняет в себе все эти. Божественно. Почти ничего не снимаю. У меня сегодня день отдыха. Завтра, скорее всего, я начну работать. Надо загружать те видео, которые я сняла уже после Абхазии. Надо почистить телефон, потому что у меня даже не помещается уже съемка. Может, как это сегодня днем выключится прямо на полуслове. Чувствую я себя хорошо. Вылечилась. Можно сказать, за 5 дней. Даже на меньше. Аленка сдала тест. Я предполагаю, что я от Аленки заразилась. Мне показал отрицательный. У нее пропало обоняние. Вот. С родителями я не целуюсь. Даже не обнимались, когда приехала. Но у меня ни обоняние не пропадало. Я все чувствую. Все запахи. Блин, а чувствую ли я запахи? По-моему, сегодня... Мам, а ты мне что-то сегодня давала нюхать? Ты мне что-то сегодня нюхать сегодня давала? Нюхать? Да. Нет. У меня запахи-то есть? Не знаю, попробуй малинку там. Малина мне не пахнет. Ну, листик возьми какой-нибудь, вот 2 литра запри, либо кинза там. Кинза? А. Ой, слушай, мам, базилика сколько... Он только начал, что ли? Я 2 раза съедала. Сушила уже, да? 2 раза съедала. Если базилика, он не пойдет в стрелку, там в цвет? Вот, я это прям наберу домой. Да, пахнет. Обожаю базилик, мам, вообще просто. С помидоркой. С мясом. Супер. Вы его не едите? Нет, не едим. Я так сушила. И ты насушила его, да? Ну, кто ж возьму с собой, мам? Знаешь, как вкусно, мам. Салаты в разные. Ну, вы его особо не едите. Всем привет. Я не показываюсь. Что, бать, ты пасти этих коров пошел? Ну давай, ты сегодня последний день, а завтра я. Ладно? Пошел коров своих пасти. Познакомьтесь, это батины коровки. Ну, они с ним лучше, кстати, пасутся. Со мной они не особо любят. О, мам! Кто-то из вас приправу потерял. Чего вы еще, интересно, потеряли? Ай? Кого? Ты вытаскивал сумки, папа потерял приправу. Слышишь? Это у нас день лежала. Мам, день приправа лежала, никто не забрал. А я думала,
Что, правда? Нет, это я покупала, потому что я люблю, это самая любимая приправа. Вот так вот, выпала из сумки, наверное. Я вот думаю, больше ничего не потеряли. Вот. Батька, ты иди снимай. Вот у него тут это, девчонки к нему. Они с тобой лучше пасутся, пап. Да это я, своя. Ой, забоялась. Вот здесь и стой. Я так вот сяду. Она тебя боится. Она что, приходит и что делает? Заставляет, чтобы я на руки брал. Да? Да. А как заставляет? Ну, или корябает, или прыгает на меня. Да? Да. Но это надо подснять так, чтобы она корябать начала, либо прыгать. Ну да. Сама. Сейчас. Вот так вот с этой стороны подойду. Вот так вот. Что она прижухла? А, тебя побаивается. Вот она идет уже. Угу. Ага, запрыгнула сама, дай. А спусти ее еще, пап. Конечно, она боится тебя. Тебя не идет. Слушай, да, со стороны меня не идет. Я второй, третий раз уже снимаю, с разного ракурса подошла. Что она сейчас будет делать? Не знаю, сейчас посмотрим. Может, тебе сейчас по тыкве начнет стучать? Не знаю. Вот. Клюет, дай? Клюет. Чтобы я ее взял. А как заснять вот? Вон на колесо сядь. Опа. Ты двигаешься, она боится уже тебя. Тебя, может, там что-то есть в капюшоне? Нет. Это она просит, чтобы дай? Я взял. Просит, чтобы на руки. Смотри, сейчас еще за ухо цапнет или в глаз. Нет, даст она тебе. Не трогает? Не трогает? Она только задержит. Все, нет. Она теперь будет сидеть хоть... Дай? Хоть весь день вот будет сидеть. Почему? Я не знаю. Ее еще куры обижают. Дай? По какой-то причине. И она все старается защиты искать. И вот... Дай? Жалко. На руки лезет и все, чтоб держал на руки. Хоть какой-то любви получить. Свои обижают, так хоть от людей какой-то любви получить. А почему обижают? Ну, вот я не знаю. Всегда обижали? С прошлого года. Да? А по какой причине, не знаю. И все, главное. Все обижают ее? Ну, почти все. Как изгой она. Да? Да, жалко. И она одна гуляет? Она не гуляет. Если я, она ко мне и все. Угу. Вот я ухожу, она за мной идет. Понятно. Жалко ее. Бери на меня, вот помогает. Ага. Не за руки, главное, цапает, а за одежду. Да. А за руки никогда не цапает? Нет. А нет? Если цапает, то потихонечку. Да? Как бы заставлять, чтобы я его взял.
Ну, жалко Батью. Почему ее так все это? Не знаю. Чем она им насолила? Слушай, это ходит, не боится что-то от меня. Ну, это тоже. Она на руки может пойти. Но к тебе она не пойдет. Она ко мне заходит. Да. Они все почти. Не все, а... Не боятся, да? Половина идут на руки. Еще и начинают драться. Да. То есть конкуренция у них. Ага. Побежала. Чего это она побежала? Мама идет. Она испугалась. Сейчас придет все равно. Видишь, она боится. А как же она там с ними ночует и в одном курятнике сидит? А забирается на это. Видишь, подходит. Забирается наверх и сидит там. Да? На ночь. А днем как же она? А днем не знаю, там как они. Да. Может, сидит, ждет на насесте. А вообще она несется? Несется. А ты откуда знаешь? Ну, я же вижу, она вот сидит. Видел, да? А потом через какое-то время смотрю, и все лежит. Вот этот малина подъехал. Подкатила. Подкатила малина. А как приправа оказалась? На полу. Так вот оказалось. Приправа на полу. А как она могла выпасть? Недосмотр. А как могла выпасть? Не досмотрели его. Мы? Не знаю, я ж сумки не брала. А я мимо прошла, говорю, мусор какой-то к нам подлетел. Хорошо, что не выкинула. Я хотела поднять, а потом думаю, ну оттуда буду идти, посмотрю, что за бумажка. Вот это голое мамой хотела быть. Да? Да. Квахтала. На яйцах все хотела посидеть. Ну, вы ей не дали? Ну, да их папа отдельно откидывал. А что не дали? Ну, зачем они цыплят опять? Вот теперь у бати две курицы. Одна из них требует внимания. Чтобы ее тоже на руки взяли. Петя следующий. Да, да, да. И Петька сейчас будет проситься. Да, как вот. Он просится? Как он просится? А это тоже с клювом скребет меня. Да? Закурить. Ну, ему как-то не по статусу, но, наверное. Видишь, ага. Значит, иди. Это требует. Клюется, бать. Клюется. Так смотри, он тебе сейчас клюнет еще между ног, бать. Ой, господи. У них здесь, знаешь, на руки конкуренция. Друг друга отгоняют. Вокруг меня столпятся и все лезут. Угу. Ну, за одежду вроде бы, да, делает. Одна сверху донимает. Чего, Петя? А, Петруша. Чего, Петя? Слушай, Чернуха, а ты бери, пока они там это, их за зад клюй. В отместку, да? Да, в отместку. А черная сейчас на руку сюда может пройти. Дай. Да. Чтобы не это. Ну, чего там? Все, а там эти, не, собакам. А, вон побежала маня. А, это, подожди, курица наша. Вон белая еще. Где белая? Ну, вон, все гуляет одна. Возле дома. Вот такова жизнь в деревне. Шитуха. И девки не слышат. Вот рыжая пришла, тоже хочет. Да? Так, очередь, соблюдайте очередь. Ага, убежала. На первый, второй рассчитаюсь. Да? Ага. На первый, второй рассчитаюсь. Чего там? Чего, идите, идите. Все, что за кем? Шорох. А это пошел. Все равно летит, да? Ей похрена. Шорох. Петь, ты что боишься-то? Девок уводишь своих. Побежали, побежали. От этого, от этого. Здрасте. От угрозы. Здрасте. Привет. Красавец.
красавица. Иди сюда. Пойду кофе готовить? Да, пошли, дочь. Ты мне еще рыбу. Сейчас тебя поглажу. Возмущается. Угу. Доверяются только хозяину. Угу. Ну ничего, вроде бы. Все равно. Возмущается, но молчит. Ой, аккуратно, батя. Сейчас еще клюнет по моим ногтям. Думает, камушки какое-то, стеклышко. Ой, а теплая. Батя, она реагирует на мои ногти. Ой, что она выдирает? Она тебя боится. А? Она тебя боится больше, чем... И ты ее, она тебя... Представляешь, чтобы он тебя в глаз не долбанул. Не знаю, вроде не долбала никогда. Так, ну все. Харе. Непредсказуемые товарищи. Ну их нафиг. Ты перегибать глаза. Че он там, кто его знает, что у него там в голове. Ну да. Одна курица вот так села тоже. Угу. И у меня на реснице что-то было. Мошкара какая-нибудь, мошка. И она вот так аккуратненько, да? Убирала это. Убирала аккуратненько, мусор, да? Мусор какой-то или мошку, может быть. Ну, какая-то будет убирать, а какая-то долбанет. Ну, да. В глаз, кто их знает. А если сейчас еще мне подойти? Видишь, возмущается. Ну ничего, все равно не уходит, батя. Ну да. Смотри, что. Смотри, ну, какая. Не обижают и не уходит. Смотри, какая. Привыкает. Привыкает к тесному контакту. Тебя тоже погладить? Тебя погладить? Нет, я чуть побою. Не клюнет. Да, она точно? Не клюнет. Нет. Ага, так. Я вас сама боюсь. Вы же такие птицы. Кто вас знает, что у вас там на уме. Oh.